Всем добра. Хотела рассказать о применении перекиси водорода для растворения оболочки семян лаванды. Сначала эти семена были в морозилке 2 часа. Именно в морозилке, не в холодильнике. Семена свежие, годны до 25 года. Сегодня их приобрела. Это московская фирма. После того, как они пролежат где-то часа два в перекиси, они станут более светлые. Просушив на влажной на бумажной салфетке, далее с ними будет работать уже вот виталайзер HB101. Мне нравится результат. До этого я использовала Эпин, но вот именно после такого виталайзера росточек становится более зеленый, более упругий, толстый. Вот даже сам вот этот махонький, только что взошедший росточек, более мощный. Лист более блестящий. Поэтому будем применять его.